Привет, YouTube. Всем доброго дня. Поступила просьба ко мне снять мой рабочий стол, на котором я занимаюсь непосредственно ремонтом. Значит, стол многофункциональный, то есть раздвигается и в бок, и вверх. Сейчас я это все покажу. Это все самопал, сделано с квадратной трубы. Я думаю, понятно. Вот этот винтик откручиваешь, и вот эта стойка выходит сюда. Вот таких четыре. То есть сварено в итоге два креста. Вот было. В них вставляются, значит, вот эти выдвижные как бы ноги. Вот. Что касается подъема вверх, тоже вот они фиксаторы. Ну, я сейчас выдвину. Сейчас, секунду. Вот я вынул стоечку эту. Значит, она представляет из собой Г-образки, тоже вставленные в квадратную трубу. То есть, если надо, мы на нужной там высоте фиксируем по отдельности каждую ногу можно фиксировать. Но в данном случае для меня оптимальным вариантом является, я эти Г-образки вставил в квадратную трубу, обмотал такой вспененной термоизоляцией, она такая мягкая на ощупь, и замотал немножко скотчем. Почему? Потому что когда притягивается деталь, вот, можно ее травмировать. Вот. Необходимости в этом никакой нет, наоборот, в данном случае надо делать это аккуратно. Второй вопрос был, чем фиксируете? Сейчас я покажу, чем я фиксирую. Продолжаем. Значит, одним из первых, чем я фиксировал детали, это вот такие вот крючочки с резинками, по типу, как на эспандерах раньше были. Потом был куплен вот такой вот вариант. Тут два крючочка, один здесь, один здесь. Ну, он не очень удобный. Потом я подсмотрел в интернете вот такие вот стяжечки. Купил вот таких три. Они как бы тоненькие. Длина довольно приличная. До пола достают. Берешь, вот так фиксируешь. Потом надо отпустить. Нажал вверх, отпустил. Вот такие зацепики. По сию пору пользуюсь ими, вполне мне всего этого хватает, достаточно надежно крепят детали, на всех деталях есть куда зацепиться там, вот. На многих кузовных деталях можно спокойненько найти места. Иногда бывает, вот в такие места крепления засовываю, закручиваю вот такие вот штучки по типу анкеров, за них креплю. Или же есть еще, сейчас найду, вот такого варианта вот крючочки, тоже за них можно удобно цепляться. Но это, как говорится, у кого на что хватает фантазии и возможности. Вот такие вот, главное, чтобы подходила резьба, шаг резьбы. Вот за них можно тоже дополнительно раскреплять. Это особенно касается дверей. Вот. Что касается здесь, значит, вернемся опять к нашему столу. Сюда вставляются Г-образки, они у меня есть двух видов. Подлиннее и вот эти как бы стандартные. Они примерно одинаковых размеров. Вот они. Вот. Вставлены, там тоже квадратная труба. Вот мягкая подложечка. Я, в принципе, на этом столе и крашу, и занимаюсь другими делами, очень удобно. Ну, теперь перейдем, значит, все это понятно, вот, приваривается, просверливается, взял барашек, зажал, зафиксировал на нужной тебе высоте. В данном случае, вот, для меня оптимальный вариант получился, сейчас я скажу размеры. Извиняюсь, неудобно и снимать, и все, значит, вот она. Высота 80,
крестик от края до края. Вот у меня получается 84. Вот. Что касается квадратной трубы. Вот. Что касается квадратной трубы, значит, вот эта труба, которая большего диаметра, у меня получается, значит, 25-я. В нее входит труба 20-я. Ну, тут плюс-минус копейки. Вот, собственно, и все. Что касаемо вот сюда, которые штыри входят, Г-образки, они у меня диаметра 14. Вот, собственно, и все. Была задумка приделать ноги, но необходимости такой я не узрел. Вот, допустим, вот там есть лампа и стойка под лампу. Вот. На нее ноги как бы нужны, потому что я ее часто катаю. В данном случае вот берешь за серединку крестика, куда надо, перенес и поставил. Вот, собственно, и все. Меня спросили, я ответил. Какие будут вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите в личку. Ну, в принципе, я этот стол сделал раньше. В интернете много выложено, сделанное заводским способом. Красиво все это. Как бы, может быть, даже есть смысл, я считаю, купить фабричный, так сказать, заводское исполнение, красивый стол. Но если у кого-то нет возможности и руки чешутся, то вот что-то можно такое сделать. Посмотрите в интернете, может что-то вам больше понравится. Меня, в принципе, вот этот стол вполне устраивает. Все, всем удачи, пока-пока, до встречи.